Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хочу сделать небольшой видеообзор своей новой работы. Это будет кукольный домик. Работа будет скоро закончена, а сейчас хочу так вот показать заготовки к этой книге. Вот, как вы видите, это кухня. Вот холодильник. Вот холодильник, и с этой стороны тоже такой вот шкафчик. Кухонный шкафчик. Здесь у нас есть и совок, и веник, сковородка, все открывается. Вот такая вот кухня. Затем у нас вот ванная комната. Здесь вот зеркало. Ванна, душ. Душ отстегается. Вот унитаз такой. Стиральная машинка. Холодилка. Ну, вот такая ванная комната. Зала. Это вот гостиная. Телевизор. Телевизора. Меняется картинка. Можно смотреть другой канал. Включается лампа. Вот можно тянем за кошечку и включается свет. Такой диванчик. Вот камин. И к Новому году здесь будет ставится елочка, убирается этот шкафчик. И к Новому году вот декор новогодний. Затем здесь ставится такая вот елочка и украшается елочка игрушками к Новому году. А когда праздники проходят, ставим просто шкафчик, и здесь будет просто шкафчик с игрушками. Такая вот гостиная комната и спальня. Кроватка для куколки, кроватка для игрушки, любимой игрушки девочки. Вот такой вот котик. Здесь одежда. Окошко. Окошко тоже меняется. Вынимается и меняется на ночь. Вот такая вот заготовочка комнат. Еще будет море. Вот. Сейчас еще покажу вам один разворот. Вот такой вот разворот большой. Огород. Вот инструмент, инвентарь. И здесь огород, все такие вот овощи, которые в холодильник можно будет слаживать. И с этой стороны сушить белье, тележка, в которую можно слаживать все овощи и фрукты, вот собирать ягоды, фрукты. Ну, вот такая вот страничка. Дальше там еще будет два разворота. Вот такой вот у меня интересный заказ. Скоро эту работу я закончу. И через недельку уже вам покажу готовую книгу. Ну, на этом буду заканчивать. До свидания. До новых встреч.